денег, чтобы вылечиться. Но это лучше. Но это все проза. Давайте немножко романтики. Группа, которая работает в стиле патологической невинности. Птица Зу! Всем привет! Сегодня было очень много разных групп. Но мы сыграем такие легкие песенки, танцевали. Так диско навсегда. Кошка, кошка, лапка, лапки, целуй мою кошку, все будет в порядке. В этот солнечный день я по-прежнему лет.
Это песенка о здоровом сне.
Thank you.
вами вокально-инструментальный оркестр «Крэк». Эти ребята увлекаются англо-шайтанским фольклором. Парни с Уральских гор не хотят, чтобы наркотическое нашествие привело нас к концу света, к апокалипсису. Может, вам что-нибудь скажет Олег Александрович? Александр? Александрович, прошу. А вы нас знаете, что ли? Сразу хочу сказать, что название «Крэк» никакого отношения к наркотикам не имеет, к ритополину, анаболикам и прочей медицине. Мы чисто на кефире. И всякое такое. Батя, включай фанеру. Thank you.
Thank you.
нас маленькая проблема, но вы ее не заметите. Право, это право мое. Право.
наша родная. Да протяжи продолжили слышать песню. Не слышим мы тебя! Почему? А я громче не могу. Нет наркотиков. Завтра, чтобы вы были готовы. Нет наркотикам. Да? Что-то хило Thank you.
отрепетируем. Да, с этим крэгом. Вау! Я работаю. Нет, с этим крэгом это я добыл. Так, ну с чего мы начали? Нам представить? Боже, Саня, ну все, зажигай, зажжем это. Вот это у нас группа Крэг. Они только что отработали, сейчас мы их спросим, как у них прошла эта работа. Сережа, вот к тебе вопрос. Там, когда с педалью случилось, что ты почувствовал? Все. Я расстроился полной желудкой. Всего. Я еще держал парень. Что почувствовали мы? Потом меня спасли ребята, ну, пришли там. Давай, парень, мы тебе поможем. Я... Все, я расстрел. Что-то последняя песня, к сожалению, у вас не вошла. Но не страшно, будет. Сейчас могу сейчас встречаться. Ладно, теперь давайте главный вопрос. Как насчет наркотиков? У вас когда-то с этим было чего-то связано? Не успели. Обычно сад, огород там. Некогда было. Обычно спрашивают, как вы относитесь к наркотикам. Мы также их тоже публично отвечают. Мы к этому готовимся. Ладно, теперь давайте хором скажите, чего вы там скажете нашим ребятам, которые еще могут, так сказать, искать вам какие-то удовольствия. Не надо мусорить голову. Это счет. Раз, два, четыре. Не надо мусорить голову!